Было все очень классно. Оздоровительные, оздоровились, в аквапарке покатались. Вообще, было все суперско. Сначала я думала, а что там мне делать? Ну, ничего интересного. А потом, когда я увидела, что там есть и вот бассейн с морской водой, и всякие вот эти вот массажеры, аквапарк, я думаю, все, да, надо ехать. И мы поехали. С детства просто растила волосы. Случайно вообще они у меня такие не длинными оказались. И вот решили подать в книгу рекордов России. И вот так я стала этой самой девочкой с длинными волосами. Будем надеяться, что твои волосы оздоровятся в нашей тюменской минеральной воде и станут еще крепче, лучше и блестящие. Да, конечно. Воды с собой набрала, нет? Нет.